А мы-то как бы... Все слышно и без микрофонов.
Зачем? Зачем? Таня. Закрывайте, включайте только Таня. Ну что ж, добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 7-м межрегиональном фестивале «Русского комара». Фестиваль вступил в Содружество добрых городов, которые существуют по всей России. И таких городов у нас уже больше 50. С 2018 года фестиваль «Русского комара» проводится как «Доброе Верхнекамье», так как с нами вместе готовят фестиваль жители городов Соликамска и Усоли. За каждой площадкой, мероприятием, событием, коллектив единомышленников. Наш фестиваль – это пространство, где каждый может найти себя. Здесь есть площадки для общения, творчества и социализации. Наш фестиваль теперь имеет название «Доброе Верхнекамье». Каждое мероприятие, площадку проводят общественные объединения, активные граждане и социально ответственный бизнес. Вас также ждут шуточные конкурсы, посвященные комару, концертные выступления и много разных мероприятий. И в этом году наш фестиваль от своего родоначальника, от своего создателя Натальи Георгиевны Парамоновой переходит к Верхнекамской торгово-промышленной палате, дорогие друзья. И сейчас Наталья Георгиевна передаст ключ от фестиваля новым организаторам. Здравствуйте. Ну вот, увы, с погодой у нас как-то не очень хорошо повезло. Это вот у нас такой фестиваль уже был. Второй фестиваль тоже был у нас с дождем. И проблема была с самими комарами и также вот со зрителями. Но вот как-то, видимо, не всегда от нас это зависит. Но фестиваль комара задумывался изначально как добрый праздник, как веселый праздник, некоммерческие разные структуры, общественное объединение. И поэтому хотелось бы, чтобы фестиваль действительно подтверждал свое звание как доброго. Но с прошлого года, с того года фестиваль проводился как фестиваль «Добрый». Есть такое содружество «Добрые города». Это города, которые проводят у себя подобные добрые, веселые праздники. Мне хотелось бы, чтобы наш добрый, смешной, веселый комарик, а комар дает много поводов для шуток, продолжал летать в Пермском крае под руководством более мощной, более солидной организации Верхнекамская торгово-промышленная палата. И сейчас они продолжат наш праздник, и я желаю удачи и доброму комарику продолжать летать. Спасибо. Хорошего. Мы будем стараться поддерживать традиции фестиваля. Я думаю, что и сегодня погода у нас распогодится. Может быть, не будет яркого солнышка, но во всяком случае будет веселое, хорошее настроение. А вот я смотрю, и солнышко к нам уже бежит. Так что все будет хорошо. Мы всех приглашаем к нам сегодня повеселиться, чтобы погода вас не пугала, а в будущем будем придерживаться всех традиций, заложенных Натальей. Спасибо вам за этот праздник. Ну и удачи комару! Вперед! Большое спасибо за такие чудесные слова. Я предлагаю начать нашу программу нашего фестиваля с одного чудесного коллектива. Ровно год назад наша красавица Кама соединила поселение по двум берегам в одно муниципальное образование — город Березники. На другом берегу Камы живут удивительные люди, талантливые и творческие. Нам кажется, настало время с ними познакомиться.
на сцене вокальный ансамбль «Сударушки» Мсольского дома культуры. Коллектив, имеющий богатый репертуар как русских народных, так и авторских песен. Творческий стаж коллектива 33 года. Несмотря на возраст участников, он очень мобилен, часто выступает на концертных площадках Усолья, Березняков и других городов и сельской местности нашего Пермского края. Ансамбль «Сударушки». Дорогие друзья, сегодня на фестивале «Русского комара» мы не прочь сами повеселиться и вас позабавить. Но мы помним, что комар хоть существо и маленькое, да с собой считаться заставляет. Нрав комариный не переделать. И как же нам с ним диалог строить? Вот мы и решили ему песни петь для перемирия. Комар – частый персонаж наших русских сказок, повестей, рассказов. Много про него и загадок сложено. Вот, например, словно гвоздик на магнит, он на нас бросается, без бубенчиков звенит, без зубов кусается. Но мы-то с вами привычные и знаем, что для комара песни отличные. Про любовь, как в сказке, про нежность да ласку. Взглядами та любовь начинается, да свадебкой кончается. Подарочки,
Пословицы и поговорки про комара. Вот, например, эту. И комар лошадь свалит, коли волк пособит. Или эту. Иной раз от комара, да в две руки не отмашешься. И комары лошадей заедают. Но мы-то с комаром дружны. И ему наши песни тоже слышны. Маленькая пуля, да, и попала в дружбу.
за то лишь можно рассчитать. Ты значит домой, о, не короной, матушку хочу поминать. Ты значит домой, о, не короной, матушку хочу поминать. Эх ты, когда ты, Тамар весь свет поет, да не от радости, а мы запоем, так руки и ноги заведем, как пустимся в пляс, так и комару не до нас. Переборы за сто
сами голос ты услышишь, ноги сами взгляд. Ну давай, давай, собирай-ка нас на новый раз. И в Ростове, и в Ростове, и в Тамбове, и в Тамбове. Отгадайте-ка загадку. Ищит бобов он всю ночь, и укусит тебя не прочь. Ну и зануда, вот кошмар, писклявый, маленький. Комар. Хорошо, хоть зимой у нас комаров нет, но тоскливо порой длинными вечерами. Вот и вспоминаем мы песни о своей первой безответной любви. По тропинке с мешком запорочной были встречи разгорячи. Не ходи, не ходи ты за мною хорошиной. И в окошко мое не стучи. Не ходи, не ходи за мной, хороший мой. И в окошко мое не стучи. И меня тебя не оставила. Сам решусь, помогу за тобой. Ведь не я, ведь не я тебя не заставила. Слава Богу, она свадьбе другой. Ведь не я, ведь не я тебя не заставила. Я не выйду к тебе за поиску, моя гордость тобой не видит. Если сердце мое успокоится, упаду моей забои. Если сердце мое успокоится, упаду и моей забавы. Были встречи у нас с тобой разные, и с другой целовался с когда дождь оборону гнает мне, вспоминаю эти встречи с тобой. Он за мной, она тобой. И окно не закрою я ставни, приходи покурить под окно. Только счастье чужого не надо мне,
Братит мир, он и век твоего. Скоротим песнишком про пороченного, перед дверью на двери. Приходи на свидание пороченного, ты похож на моем. Поет, поет, на колени припадет, скочит, заточит, да опять запоет. Не нос, а носище, это наш комарище, а баян баянист разведет, так и комар в пляс пойдет.
Хорошо в садочке и спить чайку с бочку. В самовар, знай, подливай, комарика ублажай. Комар пищит, самовар кипит, много ли нам с ним надо? Мешок сахара для услады, шарик до печенья, до банку варенья. А мужики, нам не до них, чем комар не жених? А у нас на селе женихи не водятся, вечера коротать за него приходится. Самовар, самовар, наш красавец печеный, заряжал и талант, заряжал и свет. Самовар, самовар, наш красавец печеный, заряжал и талант, заряжал и свет. Самовар закипит, уже не вздымается, уже не летит, если чувства маются. Самовар, самовар, наш красавец питанный, залежал и талант, старые талантливые. Самовар, самовар, наш красавец питанный, залежал и талант, старые талантливые. Ароматный чаёк, пироги с начинкою, пешевки за порог отдают горчинкою. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежал и товар, старые талантливые. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежал и товар, старые талантливые. Разойдут, разопьют, от тоски усталая, и навеки влюблют, выдала на старого. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежал и товар, старые талантливые. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежал и товар, старые талантливые. Мал малышок, буян на носок, вина в рот не берет, век песни орет. Он и сплясать не прочь, и терпеть уже не мочь. Давайте, девоньки, ниточку споем, да с комаром пляс пойдем. Ой, ниточка тоненькая, макариночка зелененькая. Ой, думай, думай, дай, думай, дай. Ой, думай, думай, дай, думай, дай. Макариночка зелененькая, наш город был тонко брять. Ой, думай, думай, дай, думай, дай. Ой, думай, думай, дай, думай, дай. Я у седу не прятывала, у четверг не загадывала, у пятницу грех грешной, у субботу жарковаю напила. Ой, думай, думай, дай, думай, дай. Ой, думай, думай, дай, думай, дай. Воскресенье на базар ходила, понедельник рано печь топила. Ой, думай, думай, дай, думай, дай. Ой, думай, думай, дай, думай, дай. Я у печи разомазывалася, а Ванюше понравилася. Я у печи разомазывалася, а Ванюше понравилася. Ой, думай, думай, дай, думай, дай. 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 Thank you.
девочка тоненькая, Маталина чертенькая. Ой, думай, думай, дай, думай, дай. 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 Зазвенел в ушах звоночек, тонкий, тонкий голосочек. Комар ночью поет, нам уснуть не дает, а коли сами запоем, так и вовсе не уснем. Будем вместе пить, жить, будем вместе петь, вместе праздник править, до нашего комара славить. Осенью, летом, весной, а зимой мы собираемся шумной гурьбой и затмелим широких столов, как повелось, песню споем. И затмелим широких столов, как повелось, песню споем. Мы будем петь, мы будем жить, и для любви откроем сердца. Будем друг другу радость дарить, и будем жить и радоваться. Будем друг другу радость дарить, и будем жить и радоваться. Кто-то всю жизнь деньги копил, и всего богатства любил. Ниточка жизни очень тонка, только и взял два пятака. Ниточка жизни очень тонка, только и взял два пятака. Мы будем петь, мы будем жить, и для любви откроем сердца. Будем друг другу радость дарить, и будем жить и радоваться. Будем друг другу под руководством Лидии Михайловны Скирюк желает вам здоровья, желает вам добра, будьте счастливы. А мы желаем вам творческих успехов, вы всегда украшение наших краев. Ну что ж, дорогие друзья, а сейчас шире круг, а встать сердцевой ворот вас приглашает. Шоу «Город по Красной Гор» по городу Сырье и коллектив школы народного танца Светланы Истомины.
мы приближаем теплые деньки. Мы надеемся, что все-таки к нам через деньги придет солнышко, придет лето, пускай это будет в августе, но наш фестиваль русского товара приближает лето вашими горячими сердцами, вашими теплыми, чудесными улыбками. Народного потребления находится она у нас напротив главной сцены. То есть если вы
лицом, спиной встаньте к главной сцене, вы увидите нашу чудесную ярмарку. Присоединяйтесь. Что же вас еще ожидает сегодня, кроме наших чудесных конкурсов? Совсем скоро на этой сцене появится Татьяна Князева и инклюзивная студия «Мы вместе» со своим спектаклем. Так, наши участники, я буду комментировать, наши участники уже спускаются, чтобы быть поближе к народу, чтобы ваши замерзшие ручки, ножки согреть, чтобы ваша улыбка была сегодня еще шире, потому что без вашей улыбки сегодняшнее мероприятие бы не состоялось. Это фестиваль добра. Это комарины фестиваль, фестиваль комаранов. Поэтому улыбайтесь, и мы надеемся, что в ближайшее время уже у нас выглянет наше чудесное солнышко. Что нам не важна наша погода сегодняшняя, потому что своей теплотой, своей дружелюбностью.
мы поддерживаем хорошее настроение, и погода от этого становится только лучше. Где же наша музыка? Приталинушки, разрешается. Приталинушки, калинушка растет. Приталинушки, калинушка растет. Эй, на калинушке, эй, на калинушке, на калинушке соловьюшек сидит, на калинушке соловьюшек сидит. Успокойся, я, успокойся, успокойся,
весело, тяжело, весело. Умерилась, умерилась, умерилась. Сам дело умерилась, умерилась. Как изилюшка, просто зилюшка. А лилюшка умерилась, умерилась. Сам дело умерилась, умерилась. Ой, полетал на дорожка, ей везде все портя. Пожарей душа, но я-то знаю, что молодецкого плеча. Пожарей душа, но я-то знаю, что молодецкого плеча. Иду, иду, рожу, сотню, там баночки покажу. Завижу черного дыма, все товары разложу. Эй! Я хочу прекрасно приветствовать. Пожалуйста, можно мне планшеточку мою? Ну что ж, а сейчас вновь для вас фолк-шоу группа «Красная горка» и школа народного танца Светланы Истоминой. Ваши бурные аплодисменты! Ваши бурные аплодисменты! Вот так вот.
Thank you.
Я умею танцевать, да, я мать, я умею танцевать, да, я мать, я умею танцевать.
мы знаем точно, мы умеем танцевать, и я хочу на эту сцену пригласить поэта Юрия Смирнова, который сейчас нам прочтет свои лучшие стихи. Здравствуйте, с праздником вас! И повезло сегодня комару, да? Парочку стихов. Такие хорошие коллективы не буду задерживать. Вчера буксир толкал боржу по речке, что течет веками, а я родился здесь на Каме, я здесь хозяином сижу. Один живу, утенок гадкий, а как покупно мне ткани, когда тиха, когда упрямо, и я с характером легкий. И обойдя весь белый свет, я только здесь нашел причал. В тумане ходит лопар кричал, буксир знакомый, эй, привет. Соседи сверху вечный таравам, ругаются с утра про то и это, и чашка чая с первой сигаретой, и променад короткий по утрам. А грех о совесть вечная вендетта, я между нижними ногами, и каждая попутчица раздета, и каждая навстречу мне ногая, мочу штанин в океанах лужах. Я, может, каждым утром буду рядом, а может быть, и я кому-то нужен, и кто-то провожает меня взглядом. Не надо компромиссов, все рабочие, как молодой и секретный, и запахи любви короткой ночью, и кашельку в утрам от сигареты. Спасибо. Юрий Смирнов, ваши аплодисменты. Ну что ж, а на этой сцене уже готовится представить свою сказку инклюзивная студия Татьяны Князевой «Мы вместе». Здесь должны быть ваши аплодисменты. Да. Вот так. И давайте еще раз. Инклюзивная студия «Мы вместе». Вот они уже готовятся. А я пока... Да, да, слышно, замечай. Я рада, что несмотря на такую погоду, наш фестиваль состоялся, и наша студия уже является постоянным участником этого фестиваля. Уже третий наш спектакль, уже третья премьера. У нас лето, и лето. Поэтому, да, такой сегодня фестиваль летнего дождика. Это премьера, это дебют. Наши дети очень старались, они волнуются. Поэтому надеемся, что вы их будете поддерживать голосами жаркими аплодисментами, от которых у нас появится солнышко и тучки разойдутся. Ну что, давайте попробуем. И это будет начало нашей сказки «Доктор Иванюк». Мы сквозь облака прорвался, ночью к солнцу дорогу, а жить в лесу дорожку, что к поляне нам идет. Вот первый дом и большие окошки, поглядим, кто там живет. Бедный доктор Арбалет, он сидит, грустит, и не ест, и не спит, только вздыхал тяжко,
жарю в окна. Ты что, бурлянь будет? Включить, надо включить. Серёга, он загрел? Да. У меня душа болит. Не поймем, почему? Я не нужен никому. Я все лето просидел, все глаза глядел. Не идет и танцует, и не было его, и нет, не мог. Так. Это все могу забыть, разве чувство ревничать? Надо вилы уезжать, место жизни сохранять. Нет, не надо, погоди, сам ты доктор, посуди. Лето звери загорали, много бегали, играли, плавали, резвились, вот и закалились. Ну с чего ж еще хотеть? Это все? Это все, конечно, верно, но без работы скверно. Времени для грусти нет, постучиться, посидеть. Вы, доктор, молодые, а теперь совсем седые. Так, дышите, не дышите, так, язык не покажите. Ставьте градусник под мышку, да не вы глупишки. Просто осень наступила, все вокруг переменило. Чтобы спрятаться в лесу, надо зайцем цвет менять, надо зайцем белым стать. Ваши песни там чего? Удача и Игорь. Кто же вот теперь? Заходи, открыта дверь. Кружится голова, тянется ко рту, вот. И кружится голова, это два. И зевается у нас, и глазки закрываются. Посмотри на столько. Так, дышите, не дышите, скоро с неба землю раз. Вам каждый скажет, вам медведям надо спать, на потом с ней сосать. Так что надо не забыть. Что вам не забыть, перед сном лапы мыть. Там не страшно бегать, двигаться еле-еле. Так что надо танцевать, веселиться и играть. Что вы тихо так стучите? Заходите, дверь открыта. Как вы года, Айболит? Что у новенькой болит? Поработала немножко, заболели наши ножки. Когда вчера упали, и наверное слова. И упала. Почему? Это виновата редко, она сидит на рядке крепко. Ты ведь летом ела-ела и немножко рассостела. Сядь, подвернись, лево, вправо, наклонись. Можно лучше поиграть, а лучше танцевать. Что вы тихо так стучите? Заходи. Здравствуй, доктор Айболит. Говорите, что болит. Папа, я не знаю, а она лежит, ничего не говорит. Может, у нее инфекция, может, нужна инфекция. Разбудить ее хотели, и толкали, и шумели. Пишите. Да.
Душники. Не душники. Рост? Рост нормальный, тащина. Просто куколка она. Безусловно, не она. Вот смотрите, начинается, будто как просыпается. Можно я сюда влечу? Прилетайте, самый ведь. Я приходите поскорее. Здравствуй, здравствуй, милый врач. Горе у меня, хоть плачь. Доктор, я ведь музыкант. Говорят, что есть талант. Только я не пел себе. Я понимал. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Ну, откройте. Ну, а то факи первый споки. Горло чуть не спалено, но подвейтесь на солнышке. Прополощите? Прополощите горлышко, но поправится оно. Получается, весь год песни не услышу. Кто же мне теперь споет? Что вы? Тише! Что вы? Тише, тише! Лучше... Кто пожаловал теперь? Заходи, открыта дверь. На праздник старались, танец выучить старались, но без праздника остались. Наши цапли разбирались, ротавирус обострился и в болоте поселился. Поближе микрофон. Помогите, Айболит. Ой, у нас живот болит. Да, лучше, да, лучше. Да, кажется, танцевать. Чего инфекции лежать? Вот лекарство. Вот лекарство, выпивайте, да диету соблюдайте. Ой, спасибо, Айболит, и живот уж не болит. Все здоровы, а к тебе пришли все снова.
просто вручить бочонок меда от медвежьего народа. Спасибо. От зайцев очень вкусные, пироги так вкусные. Отлично, отлично, раскиши, Мишка. От самого дня прими корзину с красной ягодой и рябиной. Спасибо. Ого, бабочки! Ого, бабочки! Ого, бабочки, цветы их на стол поставишь ты. Спасибо вам, друзья, так сегодня счастлив я. Не болейте, не скучайте, а болит-то вспоминайте. Медвежата, ежик, бабочки, давайте бабочки поближе сюда идите, вас не видно там. Мышки, 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 давайте сюда поближе, мышки, еще. И где-то у нас еще лягушки есть. И пока детки переодеваются и возвращаются к нам обратно, чтобы еще порадовать вас танцами и показать, что жизнь прекрасна, мы хотим показать вам номер от наших мамочек. Добавить немного летнего, жаркого, кубинского тепла. Можно на сцену? Только, а можно мой мужчин попросить столик спустить? Николай! Решили сменить локацию? Ну, давайте. Сказки моего, сны, 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 сны
Ваши аплодисменты чудесной мамочкой Татьяне Князевой и президентная студия «Мы вместе». И мы продолжаем. Сейчас быстро наши детки встают ко мне. Президентная студия, быстро разбегаемся. Встаем. Давайте здесь еще. Быстро. И на сцену. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Жизнь прекрасна, и она одна, она, что просто видно, что она. Эх, увидеть, что моя жизнь, увидеть, моя, он будет видеть, моя жизнь, моя.
чими, ача, ача, чими, чими, ача, ача, чими, чими, ача, ача. Billy.
Чай,
поцелуем и поем. Говори. Давайте еще теплых танцев. Я,
счастье, любовь моя. По переулкам бродит ветер, солнце льется прямо с крыши. Под таким солнечного света руки раскатить стоишь. А я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы. Как единственное на свете, я горею красоты. Как единственное на свете, я горею красоты. Как единственное на свете, я горею красоты. Thank you.
очень весело позвать. Но вот я говорю тебе много, и да, он как похож на маленького сана. Говори, как у головы, сука, сто тысяч, почему? Объясните, мама, с папой, почему? Thank you.
вместе с вами петь, танцевать, играть, ставить спектакли и делать просто добро. Говори добро? Да. Хорошо. Всем спасибо. Спасибо! Детки, вы вместе, пожалуйста, не бегайте, давайте сюда катить. Дети, не убегайте, а будем Ну что ж, дорогие друзья, наконец-то я снова с вами, согретая, почти высушенная и готовая провести самый чудесный конкурс. И приглашаю я сюда тех, кто считает, что их ножки такие же тоненькие, как комариные. Давайте пригласим сюда, можно на музычку какую-нибудь, а то нам что-то так грустненько прям. Чьи же ножки самые-самые комариные, самые-самые тоненькие? Приглашаю всех на эту сцену для произведения замеров. Можно вообще без проблем. Так, мы ждем участников с тоненькими ножками. Отправьте
отказываюсь верить, что все ваши ножки не как у комариков, а как у слоняток, что ли. Так. Все, выстраиваемся в линию. Еще желающие, чьи ножки самые-самые-самые тоненькие. Так, кто у нас тут не боится? Я думаю, раз у нас участников много, мы с вами троечку призеров, как сказать, выберем, да? Так, ну что, с кого начнем? С тебя начнем? Давай. Вот такой волшебный агрегат у меня есть сейчас, такой волшебный. Вот так. Запомним, 29. 29 сантиметров. Много это или мало? Мало. Мне хочется верить, что у меня, конечно, 25 где-то, но я не уверен. Ножка 30 сантиметров. У нас что пока с вами? Рекорд 27, да? 27. Какие ножки, да господи! Слушай, а ты точно комарик? Говорит, Тамарик, подойди поближе. Сможет быть голод? Давайте, участников приглашаем сюда к нам.
На самый-самый-самый тоненький комариный писк. Так, давайте мы на 3-4 порепетируем. 3-4. Кажется, попробую ультразвук, и я сейчас просто. Так, ну что, как тебя зовут? Его зовут Коля. И сейчас Коля пропищит вам. Пропищит вам. Ну, знаешь, такой мужик Коля. Комар такой, ты сказала. Так, вот Настя. Настя поддержала Колю. Прямо, ребят, вспоминаем, как пищит комарик. Комарик не говорит нам «пи». Вот он не говорит нам «пи». Он жужжит, он не пищит. Он жужжит, жужжит комар у нас сейчас. Так, ну давай. А какой вот страшный комарик, это сын. Так, а как тебя зовут? Несения. Вот это чудесное имя. Тебя как зовут? Слава. И Слава сейчас вам пропищит. Кажется, родился новый комар. Так, тебя как зовут? Саша. Ну вот это уже похоже, чуть даже не шлепнула ее. Так, тебя как зовут? Никита. Ребята, если бы у меня такие комары летали по дому, я бы умерла, наверное, где-нибудь тихонечко. Итак, давайте выберем аплодисментами тройку лидера. Кто за вот этот писк? Так, кто за вот этот писк? Кто за вот этот писк? По-моему, никто не слышит, как они пищат. Кто за этот писк? Кто за этот писк? И кто за этот писк? Так, ну я думаю, что у нас два лидера определились. Давайте мы всех остальных со сцены попросим. У нас сейчас будет супер-мега-комарийный батл. Давай, спускайтесь, пожалуйста, со сцены. Нет, куда комарики пошли? Вы у меня сейчас батлиться будете. Итак, давайте мы представим, что вы комарики, да, очень голодные комарики. И вам нужно так свою добычу испугать, вот так ее испугать, чтобы вот прям, вот даже кусать не пришлось. Хорошо? Ну что, поехали? Так, нормально. Следующий комарик, вот даже страшно, ребят, вот страшно. Нет, подожди. Мне нужно правильно попрыгнуть. Так, давай. Не, ну я думаю, что тут, по-моему, все понятно, да? Как тебя комар зовут? Никита, так я тебя попрошу со сцены спуститься. Стасься со сцены, но Никита там в гордом одиночестве, пусть сидит, он у нас тут и пищит все время. Ну что, Никита, нам сейчас нужно с тобой представить, что ты комар, ты наелся, но ты еще хочешь есть. Давай. Ну что, победитель подтвердил свою победу. Самый-самый-самый ужасный комариный писк. Ну что, я считаю, что вот заслуженный тебе, заслуженный приз, заслужил. И за второе место я тоже все-таки дам приз. И твоим родителям тоже придется купить тебе большую ванну. Ну что ж, все, спускаемся. Спускаемся. Вот, на самом деле, у нас еще должен быть с вами конкурс на самого сладкого человека, у кого комариных укусов на теле очень-очень много. У кого-то есть на видимых частях тела укусы комариные?
Даже если у вас есть один укус, вы уже в топе, вы уже можете участвовать. Ну, хоть один укус. Ты его укусил, да, ты уже? Он тебя укусил. Нет, не делай этого! Ну что? Я бы испугалась. Да нет, на самом деле наш комарик сегодня очень милый. Ну что, самые искусственные ножки, самые искусственные ручки, самые искусственные щечки? Нету? Ой, ой, все, ножки пошли оголять. Ну на самом деле это прекрасно, что укусов-то нету, да? Но комары-то злые и голодные, вон он у нас такой. Ой, ой, комар, тут здесь дети, комар. Наелся, говорит. Мне тут подсказывают, что если кто-то покажет, что это один укус, ему будет три приза. Вот. Ага! Так. Это точно укус? Уверена? Так, ну ладно, хорошо, один укус. Покажи укусик, пожалуйста. Укус. Нифига себе, это тоже тот комар, это ничего себе. Мне кажется, она победила. Вот такие вот у нас, все-таки как же у нас решают с вами фризы, да, дорогие друзья? Ну что? А, еще тоже есть. Это вот там сколько мы насчитали? Вот, вот, еще здесь. Где? Тебя кто накусать уже успел? Это кто? Это комар? Да. Нет, но если это только наш комар укусил, я поверю, конечно. Я бы выиграла точно мои штаны. Снимаю штаны. Снимаю колготки. Нет, нет. Так, давайте тогда будем считать количество, потому что один. Там у нас сколько укусов? Раз, два, три, четыре. Четыре. Пять. Пять укусов. Кто больше? Один укус. Один укус. Раз. Раз. Один. Ха-ха-ха-ха. Я знаю, кто выиграл. И целых три приза. Четыре? Уже четыре приза. О, ваши аплодисменты самому. Самому искусственному! Ну что, а спасибо, кто будет говорить? Кусали ее, а подарки вы получили. Специально для вас, может, ногу комарам подставляю. А может быть кто-то знает еще какие-то песни про комаров? Нет? Комарик не говорит, зык-зык-зык. Ну что ж, снова начинается дождь. Большое спасибо всем, кто сегодня был с нами. Мы вас ждем в следующем году. Надеемся, что погода нас не подведет этот раз. И наш фестиваль «Повара», фестиваль «Доброты», «Доброе верхнее камье» продолжится. И мы с вами увидимся уже в следующем году. Счастливы и радостные. До новых встреч!